Грушевое варенье с рябиной очень полезное, благодаря богатому составу последней. Такое варенье очень ароматное, имеет пикантный привкус легкой горчинки. Попробуйте приготовить это полезное лакомство. Хранить грушевое варенье с рябиной необходимо в прохладном темном месте. Если груши у вас очень сладкие, количество сахара можно уменьшить. Пробуйте на вкус. Учитывая богатый состав рябины красной, употребление этого варенья может способствовать улучшению пищеварения, эластичности сосудов, благоприятно влиять на обмен веществ, оказывать легкое антибактериальное, желчегонное, мочегонное и вяжущее действие. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Груши и рябину вымойте, из груши удалите хвостики, вырежьте сердцевину, нарежьте их небольшими кусочками. 2. На дно кастрюли, лучше из нержавейки или эмалированной, налейте немного воды, так, чтобы покрыть все дно, переложите туда нарезанные груши и рябину. 3. Всыпьте сахар, доведите до кипения, периодически помешивайте, варите около 15 минут. 4. Горячее грушевое варенье с рябиной разложите по стерилизованным баночкам и закройте герметично. Переверните баночки вверх дном и оставьте до полного остывания. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Груши 1 кг, рябина красная 300 грамм, сахар 1 кг, вода, по вкусу, количество порций 20. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.